1 мая начнут действовать новые условия высадки и посадки пассажиров в Одесском аэропорту. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклей. Изменения коснутся как некоммерческих клиентов, то есть пассажиров, так и сервисов такси. Для пассажиров организуют две зоны. Краткосрочную посадка и высадка будет осуществляться бесплатно в течение 10 минут один раз в сутки. И долгосрочную посадка и высадка будут осуществляться бесплатно в течение 30 минут один раз в сутки. Для коммерческих клиентов будет 10 бесплатных минут два раза в час для посадки и высадки пассажиров в краткосрочной зоне возле терминала. В долгосрочной зоне будет организована аренда парка мест. Владислав Криклей отметил, что подобные условия для пассажиров действуют по всем аэропортам Европы.